Добрый день, приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня у нас на обзоре плуг одесский. Плуг у нас PNL 840, 1990 год выпуска. Плуг навесной, лемешный. Сейчас по традиции обойдем со всех сторон, покажу вам поподробнее. Плуг в очень хорошем состоянии, несмотря на свои года. Можно сразу пускать в работу его. Он обслужен. Брус верхний целенький, ровный. 2 года уже не используется, потому что приобрели другие плуги. Вон рядом стоят у нас синенькие. Все лемеха, все отвалы, корпуса, все целое. Все в рабочем состоянии, абсолютно. Корпуса не треснутые, ни один. Лемеха все хорошие. Показываю подробно. Колеса в отличном состоянии есть. И, скажем, конечно же, узел сварки вот здесь давно-давно делалось. Вот здесь вот есть сварочка. И усилена вот таким швеллером. Это было сделано очень давно. Также вот здесь усилена растяжка. Приварен уголок. Ну, в остальном все четко. Обращайтесь, кому необходима данная техника. Можно приобрести как за наличный, так и по безналичному расчету. Приезжайте к нам в гости. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Спасибо за внимание.